Совершенно очевидно, что раскол в элите уже наступил, но я не думаю, что там есть задача заменить правящую элиту. Они просто меняются местами все, как мы уже выяснили. И я думаю, что здесь, мне кажется, просто идет борьба внутренних каких-то группировок. Я, честно говоря, не очень хорошо в этом разбираюсь, и даже не хочу разбираться, потому что Медведев – это креатура Путина. Это человек, которого он поставил, посадил, точнее, на президентское кресло, да, которое подогревалось какое-то время, после чего Путин туда вернулся. Это креатура была Путина, когда Дума голосовала за премьер-министра. И совершенно очевидно, что все решения правительства, они согласовываются с президентом. Поэтому это все большая такая игра, какая-то закулисная игра, которая меня не очень интересует, потому что я хочу, чтобы политика стала публичной. То есть я хочу, чтобы это все обсуждалось нормально и дискутировалось, в том числе и в средствах массовой информации. Если недоволен он работой, зачем тогда он его предлагал? Потом, чем он недоволен? Давайте посмотрим. Все министры, которые там в этом правительстве оказались, как правило, до этого работали в команде Путина. Поэтому я, честно говоря, претензий не очень понимаю. Это все члены одной и той же команды правящей.